Тезис о том, что в богатых странах либеральная система, я не знаю, дело в том, что, по-видимому, Латынина не жила в Америке, а я вот жил в Америке, и я ответственно говорю, что Америка не либеральная страна, Америка, Соединенные Штаты Америки, это тоталитарная страна, но только там тоталитаризм не вертикальный, а горизонтальный. И когда нам говорят о демократии на Западе, это либо люди лукавые, либо идиоты в греческом смысле этого слова. Идиот по-гречески – это человек, который живет так, как будто нет окружающего мира. Это, кстати, наша большая слабость, потому что в 80-е годы мы поверили перестроечной шпане только потому, что не знали, как устроен мир. Мы думали, как у нас все плохо, и не знали, что, например, в Америке в 1987 году, 19 октября, Нью-Йоркской фондовой бирже рухнул индекс Доу Джонса в один день на 508 пунктов, 22,3%.